Невероятное шоу в столичном торговом центре «Дана Молл» и грандиозная акция «Ко дню влюбленных» в комплексе «Минск Мир». Квартиры в целом ряде домов продаются в рассрочку до 10 лет с существенной скидкой и первым взносом 20%. А еще стартовали продажи квартир в доме Хельсинки в новом квартале «Северная Европа». И здесь впервые в длительную рассрочку можно приобрести квартиру с чистовой отделкой для тех, кто хотел бы заселиться в свою квартиру сразу после сдачи дома. Февраль – отличный месяц для тех, кто хотел бы приобрести квартиру в Минске на самых выгодных условиях. Подробности в нашем репортаже. Что-то будет, почувствовали еще за полчаса, но такого раньше не было никогда. Сейчас было, возможно, повторится снова. Люди пришли, их много, но не все знают, что будет шоу. Признаки есть. Атриум торгового центра необычен. Вместо ели – композиция с месяцем и влюбленными на нем. Со всех сторон – мультимедийные экраны и атмосфера того, что что-то сейчас произойдет. Со всех сторон – влюбленные есть. И здесь те, кто воспевает любовь. В разных концах торгового центра посетители, продавцы магазинов, официанты в кафе, охранники, самые разные парни, приосанились, распрямили плечи и под внезапно зазвучавшую музыку запели. Дуэт из Травиаты Верди зазвучал под сводами торгового центра так мощно, красиво, живо, что дух перехватывало. Четверо солистов поднялись на сцену, остальные пели прямо в толпе публики на всех этажах, а действо только набирало обороты. Все непросто и все неспроста. 30 оперных певцов поздравляют посетителей с самым романтическим праздником. А затем современные танцы. Танцевали повсюду. Организаторам и на этот раз удалось замаскировать танцоров в толпе. Девчонка из бургерной вдруг задвигалась в ритме музыки. Парень из клининговой службы, кучка тусующихся подростков танцевали на всех этажах. В этой части программы было задействовано более 300 талантливых ребят. И снова смена ритма, и 10 кавер-бендов на всех этажах торгового центра заиграли знаменитую композицию «Знай, это любовь». Заиграли вместе и одновременно. Им подпевали и потанцовывали все. И кульминация. В фотозоне с сердцем в главном атриуме парень делает предложение. И это сигнал тем, кто еще не решился и колеблется. Тысячи воздушных сердец, как напоминание, в руки. Повод задуматься и сделать любимой предложение. И надо делать не только 14 февраля, когда есть искра. Каждой паре, кстати, и свое жилье. Семьи со стабильным доходом могут купить квартиры во всех строящихся жилых комплексах столицы. Главное – семья. А у семьи должен быть дом. До конца месяца в комплексе «Минск Мир» проводится грандиозная акция «Ко дню влюбленных». При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Здесь она предоставляется до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручителей не нужны, только паспорт для оформления договора. Правда, требуется первый взнос, но по акции первый взнос снижен, можно внести 20%. Внимание, всего 20%. У застройщика индивидуальный подход к каждой семье. Заплатить первый взнос можно и с помощью специального кредита от банка-партнера и оформлять договор покупки в рассрочку. И еще одна отличная новость. Стартовали продажи квартир в доме Хельсинки в новом квартале Северной Европы.
Европа. Впервые здесь в рассрочку на 10 лет можно приобрести квартиру с чистовой отделкой для тех, кто хотел бы заселиться в свою квартиру сразу после сдачи дома. Очень привлекательный вариант. Рядом и новый офис продаж, где расскажут подробности и разъяснят все моменты. Как без процентной рассрочки, которую предоставляют до 10 лет, так и кредита от банков. И помогут заключить выгодный договор. Время создавать семью и жить в своей квартире.